Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. За 4 года число юрлиц в Кировской области упало почти на треть. Информацию в преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается сегодня, опубликовал Кировстат. По его данным, если в 2016 году предпринимателей было 38,5 тысяч, то сейчас только 29. При том, что количество ИП в регионе почти не меняется и держится на уровне 33 тысячи. Каждый второй предприниматель в нашем регионе – житель Кирова. Средний возраст бизнесмена 42 года, самому молодому 14 лет, самому возрастному 85. Из бизнеса, открывшегося 15 лет назад, в качестве ИП сейчас существует только 15%. Программа «Экономика». Уход бизнеса в другие регионы – бомба замедленного действия. Объемы бегства в местности с более привлекательными налоговыми режимами оценить власти смогут, когда будет уже поздно. Об этом заявил руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук в программе «Дневной разворот» в нашем эфире. Аудио Максимчук. Кировские предприниматели подготовили губернатору письмо, в котором предупреждают, что готовы зарегистрироваться в Удмуртии, где понизили ставки по ОСН до 1,5%. В Кировской области хотят установить такие же ставки, но при этом вводят ряд условий, которые бизнесу выполнить будет проблематично. Экономика на 101 FM. Кировская область снова в лидерах по реализации молока. В сутки объем реализации по стране в среднем 50,5 тысяч тонн, на 7% больше, чем год назад. Кировская область в четверке лидеров по этому показателю, сообщает региональный Минсельхоз. В сутки на одну корову у нас приходится 2,5 килограмма молока, на 1,5 больше уровня прошлого года. Ежедневное валовое производство 2 тысячи тонн, на 9,5% больше, чем в 2019 году. На этой неделе мог бы состояться в Кирове День молока. В прошлом году власти решили ввести такой праздник, отмечать его ярмаркой на Театральной площади ближе к 1 июня. Однако из-за коронавируса об этом празднике даже не заговаривали. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 71 рубль 60 копеек. Курс евро 77,88. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.